Волонтерские программы – это обязательное требование оргкомитета Мундиаля. Их запустили одновременно на базе университетов во всех городах проведения матчей. На курорте право подготовки волонтеров получил Сочинский государственный университет. Здесь подготовят более 20 тысяч добровольцев. Но будут еще и городские волонтеры. Их задача – помогать гостям Сочи ориентироваться на улицах, примерно как это было на Олимпиаде. Приехав из другого города, из другой страны и попадая в чужой город, очень сложно сразу сориентироваться, понять, куда проехать, где находятся какие достопримечательности. Как раз-таки городские волонтеры несут себе эту функцию – создать атмосферу гостеприимства. Набор волонтеров начнется с июня следующего года. Основные требования – не моложе 16 лет, знание английского языка и умение работать в команде. Любой желающий, подходящий по этим критериям, может прийти в волонтерский центр на улице Советская и оставить заявку на участие. Их будут принимать до 2017 года.